всего лишь один ингредиент и стакан кипятка. Этот отвар укрепляет сосуды и капилляры, укрепляет зрение и защищает глаза, так как содержит большое количество витамина А. Помогает понизить давление и уровень сахара в крови. Защищает сердце, защищает глаза и сосуды. Оказывает антибактериальное и повышающее иммунитет воздействие на организм. Здравствуйте, дорогие подписчики, гости и зрители нашего канала. Я рада вас поприветствовать на канале Польза ТВ. И если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. А в этом сюжете я покажу, как всего лишь из одного ингредиента я готовлю поистине уникальный по своему составу и воздействию травяной чай. Данный травяной чай содержит в себе огромное количество полезных микроэлементов, минералов и витаминов. Оказывает общеукрепляющее воздействие на организм, а также антиоксидантное воздействие на организм. Для его приготовления мне понадобится совсем немного. Собираю в лесу возле дома самую обычную крапиву. На кружку или стакан кипятка беру всего лишь несколько листочков, завариваю как самый обычный чай. По вкусу добавляю лимон или мед. Вот так очень легко и просто делаю полезный напиток для своего здоровья своими руками. Будьте здоровы, не болейте!